Всем привет, с вами Escape. Представляем первый выпуск рубрики «Герои дня» в Сурвариум. Мы будем публиковать лучшие моменты из ваших игр. Это могут быть как тактические действия отрядов, так и смешные или просто зрелищные эпизоды. В пилотном выпуске вы увидите сбор всех ящиков за 4 минуты боя, агрессивный захват точек и серия убийств, а также настоящие уроки кунг-фу. Номинация «Командная работа», бой, о котором пойдет речь, происходит на карте РЛС в режиме «Зарядное устройство». Героями дня станут отряды из клана «Гнев Господен» и «The Rangers», которые показали отличную командную работу в этом матче. Матч начался, и отряды расходятся в поисках батарей. Iron Symphony находит первый ящик, тем самым открывая счет. Вслед за ним на втором этаже госпиталя Fuzzy NH замечает сразу две батареи. Недолго думая, он, пренебрегая всякой техникой безопасности, пытается скинуть их в Зину. Таким рикошетом и маслину словить можно. Еще два ящика уносят из дома офицеров, союзник и противник. За это время Fuzzy NH осматривает бункер, подбирает батарею и отмечает вторую. Iron Symphony решает пробираться через базу врага для перехвата ящиков. План удался, и сразу двое противников получают путевку на респаун. Такой наглости они явно не ожидали. Вовремя подоспевший Magic Drew помогает донести отбитые батареи до базы. Тем временем, вернувшийся в бункер Fuzzy NH замечает, что кто-то пытается стащить его батарею. Воришка недолго подрабатывал грузчиком. Одного магазина вдогонку вполне хватило, чтобы отправить его на пенсию. Спустя мгновение, и Fuzzy NH уже тащит четвертую батарею за этот матч. Пара украденных батарей уже у самой базы, когда находится 10-й ящик. Победа одержана всего за каких-то 4 минуты. Поздравляем! Во второй номинации речь пойдет об игроке из АТОП-84 из клана Барс и его серии убийств и 17 противников. Сражаясь как настоящий представитель семейства кошачьих, Изотоп помогает союзникам захватывать точки в режиме исследования без единой смерти на протяжении 5,5 минут. Ну и завершает наш выпуск Major Disaster и его верный Кольт. Говорят, что пропив все, кроме сломанного револьвера в местном баре, он начал искать, у кого бы занять денег на патроны. Не сделав ни единого выстрела за весь матч, наш герой, как настоящий кунг-фу мастер, порхает как бабочка и жалит как пчела. Напоминаем, что это тестовый формат, и вы сами можете предложить различные интересные номинации на рассмотрение в комментариях. Всем пока и до новых встреч на полях сражений Сурвариума!